всех на канале, с вами Серега, привет подписчики. Продолжаем обзоры спортивной обуви. Сегодня рассмотрим Air Jordan 6 Retro Oreo. Шестая баскетбольная модель от Nike и Майкла Джордана. Кроссовки впервые выпущены в 1991 году, в которых Майкл Джордан завоевал свой первый титул чемпиона NBA. Jordan 6 созданы дизайнером Тинкером Хэтфилдом. Кроссовки имеют усиленную носовую часть и боковую поддержку стопы. Верх у нас выполнен в белой коже и черный нубук, что обеспечивает надежную фиксацию и создает безупречный образ. Действительно, кроссовки очень уникальные, дизайн на высшем уровне. Также по бокам верха находятся мягкие вставки в области лодыжек, которые уберегают от ударов в игре. На шнурках есть регулируемый фиксатор, это очень удобно. Можно зажать шнурки в любом положении и на любой длине. Язык соединен широкой резинкой с текстильной подкладкой внутренней части кроссовка. Также на языке и пятке есть резиновые укрепляющие вставки для быстроты и легкости одевания. Еще одна интересная декоративная деталь на языке – это неопреновая вставка, защелкивающая на заклепку, скрывая часть шнуровки и придающая эластичность. Промежуточная подошва из полиуретана с амортизирующей вставкой AirSole, что обеспечивает защиту от ударных нагрузок. Подошва сделана из более твердой резины с прозрачными сегментами, что предотвращает скольжение на паркете и создает хорошее сцепление с поверхностью. Носить рекомендую весна-осень. Цена 14 тысяч. Благодаря своей черно-белой расцветке выпуск Air Jordan 6 получил прозвище Oreo за свой внешний вид печенья и крема. Спустя годы модель стала одной из самых классических и востребованных в цветовых решениях. Еще одна прекрасная модель от фирмы Nike и Майкла Джордана. С вами был Серега. До новых встреч. Пока-пока.